Цель мероприятия – собрать средства на работу фонда «Обнаженные сердца». И главное для того, чтобы мы смогли продолжать поддерживать родителей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Почему фондасьон Луи Виттон? Сейчас лето, здесь очень красивая инсталляция Даниэль Бурен. Это здание, которое абсолютно уникальное. Мы назвали это событие «The Art of Giving». И для меня это действительно честь разделить ту радость, которую я испытываю, когда я вижу это здание, с друзьями и теми, кто поддерживает фонд «Обнаженные сердца». Я думаю, наверное, отчасти из-за суперперсоны Натальи Водяновой, из-за ее имиджа. Вот это привлекает внимание. Люди не остаются безразличными. Это прекрасное мероприятие. Во-первых, оно благотворительное. Давайте начнем с этого. И это главная причина, по которой мы здесь сегодня собрались. Но еще, конечно же, Foundation Louis Vuitton и искусство. И очень, конечно, не терпится посмотреть все, что здесь есть. Я еще не была здесь ни разу. Поскольку все посвящено искусству, я, наверное, выбрала в платье в тему. Ну, может быть, наверное, с чем-то напоминает мне Кандинского работы. I'm a big supporter of AMFAR, and I know that they work closely with the Love Ball, and I just love how passionate Natalia is about her foundation. When someone's that passionate, I just want to be a part of it. Я очень рада, что все друзья Наташи Водяновой приезжают на такое мероприятие, поддерживают ее, потому что она умница, красавица. Невероятный человек с большим сердцем. Я с удовольствием всегда поддерживаю мероприятия Натальи. Это большое дело, особенно помощь детям, чтобы все в мире это видели и присоединялись. Мне кажется, с каждым годом все больше и больше людей уже на нашей стороне с нами. Она занимается удивительным делом. Она огромный благотворитель, пример для всех для нас, когда ты достигаешь многого в жизни, и у тебя есть огромные таланты и возможности. Она не сидит на месте и не почивает на этих лаврах. Она использует все, что ей дано природой, Богом, ее опытом, ее профессиональными навыками. Мы дружим очень много лет, больше 10 лет мы вместе. Я веду различные мероприятия ее фонда. И считаю, что Наташа делает очень большое дело. Я рада помогать ей, насколько это возможно. Это хорошее мероприятие, которое стоит поддержать, во-первых. Во-вторых, это не первое мое мероприятие. Я, в принципе, поддерживаю фонд Натальи Водяновой. Гуччи на мне надето. Выбрала это платье, потому что оно такое летнее, карамельное, розовое. I really want to support this charity they're doing. They're doing such incredible work, and I came to support my girlfriends here, Inga and Natalia, at a beautiful event in Paris, one of my favorite cities in the world. I'm wearing Le Bourgeois, and it's a designer from Kuwait. Она это делает очень искренне. Невозможно не поддерживать искренних людей с такой сильной харизмой, которые готовы работать день и ночь. И у нее потрясающая работоспособность, которой, в принципе, многие могут поучиться. На мне сегодня платье нового русского бренда Rosario. It's a good cause, and it's for helping people that they are less lucky than us. And I came here for that for the first reason. The second reason to celebrate such a person like Natalia, that she's an amazing woman, lucky, born beautiful, but that she doesn't forget that she includes in society, she includes in everything people that have been out of, like, you know, after society. So it's fantastic what she does, and I really respect as a girl that she's not lazy, as she does work
knowledge, beauty, and intelligence, as well as heart and a soul for humanity.